Жители Южи собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО. Коллективы Центральной районной больницы, клиника диагностической лаборатории, детского лагеря «Непоседы» и еще пары продуктовых магазинов. Все они приняли участие. Южане отправили военнослужащим медикаменты, прицелы, рации, тепловизоры, продукты питания, раскладушки и спальники. А на собранные деньги купили автомобиль УАЗ, еще несколько медикаментов и квадрокоптер для разведки. Посылка получилась настолько большой, что от перегруза у Буханки взорвалось колесо. Как хорошо, что это случилось не на фронте, а по дороге туда, пишут волонтеры. Купили дополнительную резину, три запаски, и машина продолжила поездку к своей цели. Поддержать участников спецоперации решили выпускники Кинешемского колледжа индустрии питания и торговли. В этом году его окончили более сотни ребят, пять из них с отличием. Студенты решили отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном вечере, а сэкономленные деньги направить на закупку гумпомощи. Средства выпускники передали Кинешемской организации ветеранов боевых действий «Патриот Отчизны».